И здравия, соратники. И вот появился замечательный фильм на Ютубе «Сквозь снег». Это означает только одно. Кое-кто хочет, чтобы этот фильм увидело максимальное количество людей. Я пытался делать обзор на него и упоминал в прошлом году. Он замечательный тем, что он практически первый. Ну, не первый, конечно же, там «Эквилибриум» еще есть. Фильм из серии как замысел, то есть убивает все желание бороться и сопротивляться. Я советую просто нажать на паузу сейчас и посмотреть этот фильм. Извиняюсь, ковид, надеюсь. Самостоятельно. Фильм замечателен очень многими вещами, от самого начала до конца. Итак, делаем паузу. Смотрим фильм по ссылочке, и вот я сделал, либо в поиске. И затем возвращаемся к этому разбору. Фильм замечателен просто-напросто всем.